Друзья, всем привет! Сегодня делюсь с вами рецептом очень вкусных тофников, сырников из тофу, которые по вкусу напоминают сырники практически на 100%. Я готовила их впервые, так как очень редко употребляю соевые продукты. Соя на самом деле очень питательный и высокобелковый продукт, причем белок сои считается полноценным, то есть содержит в себе все незаменимые аминокислоты. Вопрос только в качестве современной сои, поэтому каждый для себя выбирает, употреблять этот продукт или нет, и в каких количествах. А я думаю, что изредка побаловать себя можно. Итак, рецепт. Беру 300 грамм классического тофу, добавляю к нему половинку спелого банана, одну столовую ложку любого подсластителя, но это не обязательно, 1/4 чайной ложки ванильного экстракта, и все вместе измельчаю блендером до однородности. Добавляю сок примерно 1/3 части лимона и щепотку соли. Снова перемешиваю. Далее добавляю 1 столовую ложку муки, у меня это рисовая. Перемешиваю и в последнюю очередь кладу изюм. Рабочую поверхность припыляю рисовой мукой и выкладываю массу ложкой. Очень удобно использовать для этого ложку для мороженого. Обваливаю в муке со всех сторон и формирую сырник. Жарю в небольшом количестве растительного масла, у меня кокосовое, как обычные сырники. Подаю с ягодами и поливаю бананово-ягодным смузи-соусом. Сырники получились очень вкусные и нежные. Надеюсь, это видео вам понравилось и оказалось полезным. Если так, ставьте лайк, делитесь с друзьями, подписывайтесь, если еще не подписаны, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До скорых встреч! Пока-пока!